Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня готовим из старой книги, из старинного рецепта форшмак старорусский из селедки. Для этого мне потребуется две селедки. Я их почистил и вымочил в воде. То есть, неважно, какие они, слабосоленые или соленые, их все равно нужно вымачивать в воде, разобрать полностью. Вот они такие красивые. Все. Значит, потребуется батон. Батон и литр молока. Батон я срезаю корку, заливаю ее молоком и потом перемешиваю такую кашу. Видите, вот она, каша. Это батон с молоком. Молоко не имеет какого-то принципиальной жирности. У меня было 2,5. Объясню почему. Потому что будут сливки и масло сливочное. Смотрите, здесь сливки 20%. Здесь панировочные сухари и перец черный дробленый. Значит, что мне еще потребуется? Еще потребуется луковица, которую я уже слегка обжарил, то есть пассеровал, можно сказать, на топленом масле. Вот. Сейчас я буду мелко нарезать селедку, мелко-мелко прямо. Ну, можно прямо даже сказать, полностью ее разрубить. Но сейчас увидите. Для этого нам потребуется запекание, а запекать мы будем в духовке. Все, погнали. Так, для начала дробленый перец в батон по вкусу и нарезаю нашу селедочку. Кстати, соленая селедка у меня сейчас бьет рекорды по просмотрам. Сейчас как раз в преддверии Нового года мы снимаем, и я смотрю уже целый месяц. Селедка прямо у меня вырывается вперед, и скоро наберет приличное количество просмотров. Поэтому смотрите, пожалуйста, селедку шеф-шаров у меня на канале. Ох, селедочки у нас полно, конечно. Самую вкусную селедку я пробовал в Голландии. В Амстердаме на булочку кладут селедку. Вы меня простите, но это вообще что-то с чем-то. Как делают голландцы селедку, это, ну, их профессионально, они всю страну на этой селедке построили, поэтому неудивительно, что она у них там самая вкусная. Мы специально с Ириной ездили в мае, вот, ездили там в Кейкенхоф, очень большой сад, в мае он цветет, 30 гектаров тюльпанов, очень красиво. Были в музеях Ван Гога, фламандцев. В общем, много посетили музеев в Амстердаме, все прочее. И самая вкусная селедка была там. И, наверное, остается. Будем совершенствоваться в наших приготовлениях. И попытаемся сделать нашу старорусскую селедку вкуснее, чем голландскую. Все, дорогие друзья. Вот смотрите, я все это изрубил. Смотрите, как здорово, красота. Так, ну что, выкладываю все вот сюда в булку. Раз, молоко, булка, и перемешиваю. Сюда же выкладываю весь лук. Раз, и сюда же сухари панировочные. Раз. Так, вот она густеет, соответственно. Можно еще добавить чуть-чуть сухариков. Так, сверху, чтобы оставьте, чтобы сверху еще посыпать. Вот, сухариков и сливок. Сейчас мы одним манером загустим это все, а с другим сделаем жиже, соответственно. Сливки не обязательно все выливать, понимаете? Что надо с учетом того, что все будет запекаться, чтобы не сухо было и не жидко. Смотрите. Опа. Духовка разогрета до 200 градусов. И ставлю стеклянно, видно, как она будет работать. Ну, на полчаса точно, а потом скажу. Я думаю, что где-то пусть часик постоит. Все, увидимся на подаче.
прошло какое-то время, наш форшмачок остыл. Честно слово, вот пробовать его, вернее, пробовать-то хочется, конечно. Теребить не хочется как-то вот. Давайте тогда, ну что делать? Ради всего, что было до нынешнего момента и после, надо попробовать, конечно. Давайте. Классно. Ведь прямо ведь четко же. Сухари вещь. Сверху сухари дают, внутри батон. Чувствуется хлебно. Селедка, вот знаете, вот даже не сказать, на черном она или на белом хлебе. Но она с хлебом, понимаете? Селедка с хлебом. Классическое сочетание. С подчином вас, Глеб Георгиевич, как это у Вайнеров, да? Поздравляю вас и себя тоже. Первый рецепт, ну не первый, я же супы еще готовил из этой книги. Но вот в этой серии первый рецепт. Возрождение русской кухни начинается с форшмака с селедкой и с белым хлебом. Ну вот, спасибо вам, дорогие друзья. Желаю вам счастья, здоровья, всего самого-самого наилучшего. Любви, конечно. Держитесь. До приятного. Пока.